Всем привет! Вы находитесь на канале Hardreset Info. В этом видео я вам расскажу, как удалить фото с корзины на iPhone 16 Pro Max. Итак, начнем. Допустим, мы захотели удалить фото, например, удаляем несколько фотографий. И после этого, как вы знаете, все фотографии сохраняются в корзине. И вы спросите, где же находится эта корзина? Итак, вот мы сейчас находимся в галерее и листаем просто вот так вот вниз, вниз, вниз до самого конца, пока не увидим здесь вот такую корзину. Недавно удаленный называется. Заходим. И чтобы войти в этот альбом, нам нужно обязательно ввести пароль от вашего телефона. Например, у меня вот такой пароль. Заходим и видим здесь ваши удаленные, недавно удаленные фото. Мы можем просто их либо восстановить обратно в галерее, либо просто навсегда удалить с айфона. Если я вам помог, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Желаю всем хорошего дня и пока-пока.